Все закрыто, очень интересные Porsche какой-то. Ну что, все машины закрыты. А ты не видишь, что никто ничего открыть не может? Все Porsche закрыты. А в салон придешь, они будут открыты. Вот хотя бы на... Давай посмотрим. Спидстер какой-то. А, так вот это тот же самый спидстер, который там внутри. Да, механики. 718-й Кайман, excuse me. Закрыли крышу. Закрыли крышу, а ты мне даже не сказала. Там рыжий. Мама снимает рыжую. Мазда шестерка. Ух ты, какая крутая Мазда. Мазда 3, полный привод. Красная на красном салоне, вообще класс. Да, да. Короче, самая дорогая машина, как она называется? Куда идти? Где? Ну вот же они. Ну вот они по кругу же. Да. Это похоже на Бьюики. А какая здесь самая дорогая? Будет еще автобус, который круче. Да, больше машин. Вон Бугатти. Вон там Бугатти. Это же не Бугатти. Смотри, а почему их пустили в тачке посидеть? Вот, смотри, там люди плывут. А, они вон в очереди стоят. Да? Где очередь? Покажи, где он. Или это не очередь? Коингсег. ЖДО. Феррари. Видимо, передумала, что это Бьюик. Да, вот там надпись Бьюик, а она думает, что здесь все машины Бьюик. Вот эти Бентли, Феррари. Бьюик Континенталь GT, да? А вон тот Бьюик, да? А вот этот Бьюик. Блин, закрой дверь, понятно. Че встал? Че он встал? Вот как минут. Блин, вот отсюда. Вот, а почему здесь не такой популярный Ягуар? Потому что он дорогой, да? Что он делает? Моет машину. Ты пока сейчас будешь здесь стоять, кто-то другой сядет и займет это место. Ривиан, как вы думаете, что это за машины? Электропикапы и внедорожники. О, молодцы, прям на машине. Какой интерес к этому бренду. Ну, чтобы забираться в ступеньках. Some of the
Прикольно, необычно. Багажник спереди у машины. Вот так выглядит внутри он. Этот. Ну, смотри. Ривен. Yeah, so the big battery does 400 miles. Yeah, so if you have a DC fast charger, it can do 200 miles in range. Видите, я сиденье есть. Ну прикольно, не гром было, у меня ясное солнышко. И там, кстати, крыши тоже синяя была. У машины. Ух ты. Красивая. Электро. Здесь такой тренд на электро. Очень много новинок всяких различных. Прикольная стрекоза. У них эмблема. Под карбон и сделаны. О, камеры и зеркала в заднем виде. Вон можно сзади сиденье кнопкой нажать, открыть. Непонятная отверстие, потому что... двухместные. Полицейские мотоциклы, чарджеры. Хайвей патруль. Как выглядит машина полиции Нью-Йорка? Компьютер там у них внутри. Вот такой вот чарджер. Есть. Это был городской патруль. Есть хайвей патруль. Стоит трутер. Это световые. Мигалки. Это у нас Mazda CX-3. Вот мы и попали в Mazda. Багажника в CX-3 нету. Чего его спрашивали в России, непонятно. Тот же самый жук, кто бы его там брал. Выглядит, конечно, красиво, но тот же самый жук. Кто-то выкинул мусор в Mazda.
Шестерка тут рядышком. Деревянная дверь, ну, жесткая. Кожа жесткая, просто жуть. Ну, все как в других Маздах, остальное все. Мягкая, прикольная вот эта вот замша. Дер его тоже, кнопка старт-стоп. Такой вот циферблат без тахометра, руль. Кондиционер здесь обычный, подогрев поп. Подотек лишь будем. Люк. Да, обычный люк. И садиться не особо и хочется. Вот Mazda 6 совсем другое дело. Sport 23, Touring 25, Touring 30. Белый кожный салон, облепили Mazda конкретно. CX-3. Ее красоты, также здесь много всего. Да я не обойду здесь всего. Короче, надо как-то все... В общем, надо пойти подкрепиться. Риджилайны, Honda Passport. Шевроле. Ёпарс, это гоночные машины. Ну их снимать уже, ну честно, ну блин. Это же сколько дней здесь надо провести, чтобы все посмотреть. Метрисы, гелики, Эмали, Шевроле. Пойду перекушу. Блин, как много. Как много же здесь машин. Вот GMC я смотрел, Форды не смотрел. Супер дети. 2020 прототип. F250. Ford Transit, громадный, длиннющий. Ford. Ranger. Что-то новенькое. Вон, на гонке зазывают людей. О, можно здесь лого сделать. На машине. Вон шапочки все эти продают. Комбо 30 баксов. Закусочная, покушать. Дошел 2019. Dodge Ford, бла-бла-бла. Перекусить себе тут. Вот такое удовольствие здесь на аукционе стоит $14. Это просто нарезанная какая-то индюшка, чуть-чуть бекончика, сырку, и вот 14 баксов. И огуречек. И все. Бешеный интерес к этому огромному монстру. Даже не подойти. Выставка. Это реклама выставки ретро-машин, которая находится вообще в другом месте. Саратога. Старый Фурай. Вот это раритет, так раритет.
парк Джинни. Тут таблички по каждой машине есть. Ну, как-то старые, не очень интересно смотреть, если честно. Италия. Спайдер. Они все очень однотипно схожи. Ну, Porsche. Походу. Да? Нет, Фиат. Берлета какая-то. Прикольно. Вот этот Фиат так Фиат. А лучше бы вас с этого Фиат скопировали, чем с копейки, блин. Ну вот надо было с этой копировать. Какие русские интересные. Ой, сзади такие маленькие фары. Ой, прикольная сзади Идали. Колорадо. Чьи-то машины. Установи. Take me. Возьми. Короче. Собачки, я так понимаю, уже разобрали, а кошечки нет. Остались. И фреза хахайчука. Что-то тут Субару все сидят, не хотят выходить. Еще ретро-тачки. Ретро-ретро, много корветов всяких. Почему они такой грязный? Почему они не помыли? Что прикол привозить старый грязный корвет? Да, он любит. Вау. Вот это, я понимаю, тачка. Босс. Юга Босс. Симуляторы у многих брендов есть. Записывают в армию, короче. Чего? Призыв в армию на автошоу. Блин, сколько же тюнингованных тачек, а? Вон, винил, пленку здесь рекламируют. Вон, симулятор истребителя. Очередь в симулятор. Ой, какой камень прикольный. Опять Ниссан. Золотой жук. Немцев гораздо меньше. О, слингшот какой-то. А, так это вот называют вот эти трициклы. Слингшотами. У меня уже телефон устал фокусироваться. А есть крыши? Нифига себе, как колеса поворачивают.
Новатенько что-то в CX-9. Спорт режим, вентиляция, подогрев. Багажник без замка. Кнопка старт-стоп. Тахометр. Большая, но какая-то бестолковая. Неудивительно, что ее нет на спорт. Кстати, торпеда маленькая. Даже CX-5 вроде больше. Сейчас пойдем проверим. Это что, CX? Нет, это CX-9. Просто с белым салоном, черным потолком, люком. Да, все то же самое. Просто красный, немного другой салон. Вон CX-5. Белый-белый салон, сиденья такие же. Да, как CX-9. CX-5 такая же. Немножко меньше, без третьего ряда, но в принципе то же самое. Как рядные машины, я в России много беру, поэтому их и не выгодно туда возить. Багажник такой же, как и в предыдущей версии. Приличный салон. Створки закрываются. Как CX-9. Но здесь как-то так же, как в CX-9. По проекту есть лобовое. Подогревы, вентиляция. Черный потолок. Люк. Платная. Кабаса, ну, особо ничего не изменилось. Мазда все так же. Белая. С белым салоном.
такой прям ярко-ярко белый салон. Короче, народу здесь просто космос. Старая Мазда. Дедушка. 90-го года имя цвет. В Мазде шестерки все кто-то сидит, а она одна и трешка хэтчбэк. Какая-то она немножко другая стала. Красный такой красноватый салон. Сделан дизайн, как по обновленным CX-9. Продолжение на дверях. Прикольно, так глянет с кожи, твиттеры. Блин, ну трешка крутая. Не открывается багажник, к сожалению. Полноприводный. Средний 50 идет сзади. Глянцевый внизу опыт на трешке. Очередь, чтобы посесть трешку. Блин, очень классный. Дизайн крутой. Да, CX-3 скучная. По сравнению с обычной трешкой. Идет шестерка, она одна здесь. Я так понимаю, второй на втором этаже. Больше их облепили. Шестерка сильно-то изменилась. А хотел посидеть, не успел. Китайцы меня опередили. Какой-то лего-муль здесь можно посмотреть, такая огромная очередь. Но мне не до этого муля. Ниссаны посмотрели, Шевроле. Идем в Шевроле. Шевроле, сделанное полностью из лего. Из кусочков лего. Блин, ну это очень круто. Обалденно. Шевроле. Думаю, да. То есть автошоу, машины грузят такие вот крытые траки и увозят. Тут еще один стоит. Все, Мерседес.
грузка сидят. Какие-то уже загружены, какие-то нет, потихонечку подвозят машины и грузят.